Радио. Комета. Комета. Еще раз добрый вечер, добрый вечер. Супер Дискач продолжает свою работу. Мы будем сегодня крутить хорошую музыку. Но вот сегодня у меня такой вот маленький сюрприз от итальянской певицы Нежа. Она прислала нам маленький радио-джингл, пока в таком не очень хорошем качестве, по телефону. Мы с ней говорили. Вот. Но я пообещал, соответственно, что будет хороший джингл. Но, соответственно, мы поблагодарим хорошей музыкой, которая будет играть на нашем радио. Вот я предлагаю первый трек. Он называется «Игра». И давайте послушаем Нежу с композицией «The Game». Радио Комета Чехов, 92,6 FM. Live in the rhythm style. Привет, я Юля Жемчужина, и это программа «Жизнь в стиле ритма».
В ближайшем выпуске мы коснемся творчества группы Coldplay, отметим свежие релизы Джастина Тимберлейка и Флорайда, а также с помощью Дэвида Гетта и Зары Ларсон проникнемся атмосферой предстоящего чемпионата Европы по футболу. Лидеры трех континентальных чартов плюс самый горячий трек недели. Все это в ближайшем выпуске программы «Жизнь в стиле ритма». До встречи! В субботу в 10 вечера и в воскресенье в 15.00 на радио «Комета». Live in the rhythm style. Наш развлекательный музыкальный эфир продолжается. Много будет хорошей танцевальной музыки. Ну, а мы продолжим знакомить вас с треками итальянской певицы Неже. У нее концерт завтра в Турине. Так что, если кто-то будет, передавать большой привет от радио Комета FM. Ну, а теперь давайте послушаем ее хит «Restless», который принес ей большую популярность практически во всем мире. Итак, Неже с композицией «Restless» на радио Комета 92.6 Чехов.
мы продолжаем наш танцевальный вечер. И сегодня в нашей программе звучит итальянская певица Нежа с ее композициями. Я, кстати, тут немножечко попрактиковался в итальянском языке. И хочу сразу поблагодарить, сказать, что спасибо за песни, которые звучат на нашем радио. Мы ждем от нее джингл. И дальнейшие песни будут звучать в программе. И добро пожаловать в Россию. Ну вот по-итальянски это вот примерно вот так. Grazie per la bellissima canzone per nostra il nostro show Cometa FM Neja. Aspettiamo molto da jingle saluta per la nostra radio Cometa FM. Metteremo la tua canzone nella nostra rotazione con molto piacere. Benvenuti da Russia. Grazie. А теперь Нежа с композицией «Шок». На берегах Лапасни 23 часа. Комета. You make me feel so cool. Комета.
Ну, на очереди у нас еще впереди группа Viagra, Neja, Наталья Подольская и много-много другой еще хорошей музыки. Ну, а я предлагаю сейчас группу Viagra. Это песня под названием «Я по тебе так сильно скучаю». Песня сейчас находится в ротации на всех радиостанциях, на телевизионных каналах, транслирующих российскую отечественную музыку. Ну, а мы послушаем с удовольствием трех прекрасных Viagra. Итак, группа Viagra с песней «Я по тебе так сильно скучаю». У меня сегодня обыкновенный день. Я скучаю по тебе и думаю, что надеть. Понедельник утро, и я смогла почти убедить себя в нереальности. Нереальности шагов, пустоты и облаков, нереальности потери. Это прошлое. Every time I wake up in the morning, I will raise my eyes up to the sky.
Grazie Neja, grazie, grazie, grazie per la bellissima canzone per nostro il nostro шоу Комета FM Чехов. Ну, сейчас наш музыкальный эфир продолжается. Я хотел бы еще отметить, что именинницей 20 мая сегодня является еще Наталья Подольская, а также певица Шер, которую мы с вами уже послушали с композицией «Дождь». Главной новостью буквально конца этой недели станет вручение музыкальных наград Billboard Music Awards. Эта премия состоится в воскресенье, в ночь с воскресенья на понедельник. Обычно эту премию показывают у нас в записи, и эксклюзивная трансляция пройдет 28 числа мая в 17 часов на канале Европа Плюс ТВ. Главных номинантов там полным-полно, скажем так, да. Но одну номинантку, конечно, мы послушаем. Ее зовут Тейлор Свифт. Это сейчас популярная очень девушка практически во всем мире. Ну, я думаю, что сначала пускай у нас споет именинница Наталья Подольская. Ну, а потом уж за ней уж американская певица Тейлор Свифт. Итак, композиция Nobody Hurt No One Наталья Подольская, которую она пела на Евровидении. Призовое место не заняла, но песня очень хорошая. Стойка тогда у нас Наталья Подольская на сцене стояла. Ничего не скажешь. Итак, Наталья Подольская, а затем Тейлор Свифт.